Привет, меня зовут Комякова Антонина, я училась в учебном центре СТЦТ и изучала историю Беларуси и обществоведение. ЦТ по истории Беларуси я сдала на 97 баллов, а по обществоведению на 83 балла. Первое занятие с Федором Игоревичем для меня было очень впечатляющим, потому что сразу после того, как прошло занятие, мне позвонили из центра, администрация, и спросила, довольны ли вы занятием, будете ли вы оставаться. Я безоговорочно сказала то, что да. Меня очень впечатлило метод преподавания, потому что преподаватель действительно профессионал своего дела. Даже самые сложные темы он преподносил простыми словами, так что была возможность их быстро понять и запомнить материал. И самое интересное, то, что меня удивило, то, что преподаватель проводит параллели с современностью даже на ЦТ. Если я там где-то переволновалась, то я вспоминаю какие-то шуточные моменты, если было смешно, и это запоминается очень хорошо. Я уже начала ходить где-то на втором этапе этого года и получила первый, наверное, балл мой был 83, а на ЦТ уже 97. Я планирую поступать на переводческий факультет лингвистического университета. Я думаю, что самое главное – это все учить вовремя. Действительно, как бы это банально ни звучало, так что темы, которые у вас вызывают какие-то затруднения, вам сложно в них разобраться, нужно разбирать уже в начале, потому что потом уже будет поздно, и если вы спохватитесь в последний момент и в последний день перед ЦТ, это будет не очень приятно. И учить все вовремя – это действительно того стоит. Если у вас есть цель, нужно к ней идти.